Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня я вам решила снять вот такую вот рыбку. Это, друзья, карась. Караси, которые водятся здесь у нас в озерах на севере. Смотрите, вот какие они большие, классненькие такие. Я когда приезжала на Украину, рассказывала, что здесь караси круглые, как сковородки. А мне не верили. Ну вот, смотрите. Ну вот, вот он. Вот, смотрите, вот какой он. Вот правильно, круглый, как сковородка. Вот, сегодня я буду их готовить. Но, друзья, к сожалению, я не буду снимать готовку на камеру. Все, кто снимал, знают, что это процесс очень долгий. Так, вот тут он сидит, кошечка. Видите, как она нервничает. Она рыбы просит у меня. Я же еще не начинала. Так вот, те, кто готовит, знают, что, друзья, что этот процесс очень долгий, съемка приготовления на камеру. Поэтому я вот так вот покажу вам. Вот, короче, карасики. Вот это вот подъязок. Тоже буду готовить. А вот эту вот шурагайку я буду варить перепелятом. Вот, друзья. Вот такое вот коротенькое видео. Конечно, такую рыбку я люблю запекать в духовке в сметанке. Но так как я нахожусь на даче, я буду готовить, просто ее жарить. Вот на индукции, на индукционной плиточке. Потому что у меня духовки здесь, к сожалению, нет. Вот такой вот коротенький видосик. Думаю, друзья, я не хвастаюсь. Я просто вам решила показать. Говорю честно, это нас угостили. Нас угостили. Видно, что рыбочка это с морозилочки. Вот. Спасибо рыбаку, что нас угостил. Ну что ж, друзья, на этом буду заканчивать свое коротенькое видео. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем добра-добра.